Всем приветики. Это я стою слева на экране и передаю вам привет. А рядом со мной справа стоит девочка из чата. И я хотел бы показать вам, как в игре Fortnite я оформлю опыт в творческом режиме. Речь пойдет про вот эту карту. The Edge Unwanted. Дело в том, что раньше я оформил опыт на разных картах. Чаще всего это была карта Pro 1000. И я там поднимал где-то полтора уровня, максимум два. И не понимал, как люди поднимают больше. Оказывается, все дело в картах. Почему-то все эти карты, которые именно творческого режима, они, когда дадут себе полтора уровня, больше не хотят давать. То есть, ну, опыт просто не идет. Или очень мало начинает идти. А эта карта, которую я нашел, не сильно давно, кстати, дает забрать полностью весь опыт, который доступен в творческом режиме. Вот ее код, этой карты. И благодаря этой карте можно забрать весь опыт, который доступен в день из творческого режима. А в день у нас доступно, я не помню, примерно 300-400 тысяч опыта, что равняется где-то 3,5-5 уровней. И самое интересное, что у меня получалось забрать 10 уровней из творки после того, как опыт сбросился. А именно, ежедневно вам доступно 300 тысяч, ну, примерно 300-400 тысяч опыта в творке. При этом он сбрасывается вместе с ежедневками. То есть это где-то в 16 часов по МСК. И у меня было такое, ну что вот я примерно как сейчас зашел за 2 часа до сброса опыта, выформил 5 уровней, потом опыт сбросился, и я выформил еще 5 уровней. И в итоге, зайдя в игру со 150 уровнем, я вышел из игры со 160, стоя АФК в творке. Но на это я потратил часа 4, наверное, или 3, ну где-то так. Вот. Причем здесь даже вот есть ежедневка. Пройти, набрать 20 тысяч опыта в творке, и за это тебе дадут 16 тысяч. Тысячу за ежедневку и 15 за выполненное задание ежедневки. Еще и в испытаниях тоже такое бывает, что набрать уровень в творке, и тогда дают 25 тысяч. Там уже нужно не 20 тысяч, а 50 тысяч набрать. Что удобно. И первым делом лучше всего проходить творку, потому что сейчас у меня доступно усиление. Вот оно, усиление. Благодаря этому усилению вы быстрее фармите опыт в творке. Потому что из творки вы не заберете больше, чем вы можете в день. Но благодаря усилению вы быстрее заберете его. И вот пока действует усиление, вы быстрее выфармите уровни творки. А затем можно перейти к ежедневкам, потому что на них уже и усиление не распространяется. Больше, чем 15 тысяч вам не дадут. Соответственно, нет смысла тратить усиление на ежедневки. Лучше потратить на творку. А возможно, такое даже бывает, что после творки у вас все равно еще действует усиление, и вы продолжаете с ним играть в ежедневках. Я так и делаю. Сначала выфармливаю творку, потом выполняю ежедневки. Вот. Ну, а на этой карте ставите именно частный режим, чтобы там были только вы, и никто не мешал вам забирать секретные монетки, за которые дают опыт. Потому что за них могут дать большое количество опыта, но их можете забрать не вы, а кто-то другой. Вот, поэтому в частном режиме. Подключаетесь к карте и зажимаете Enter. После чего у вас начинается игра. Когда начнется игра, вот она ваша карта, и вот то самое место, АФК-место, на котором вы получаете опыт. Получать опыт можно четырьмя способами. Два из них — это стоять АФК. Вот вы стоите АФК, и вам каждые 7 секунд дает рандомное количество опыта. Плюс идет полоса, вот она, за 30 минут игры. Вам тоже дадут большое количество опыта, 1020. Плюс-минус 5000. Вот. Это два варианта получения опыта.
Причем, когда полоса заполнится, она исчезнет, но можно перезайти на карту, и она снова появится. Плюс у вас еще ежедневка выполняется, пока вы стоите, если она есть. Третий способ – это бегать и жать на автоматы. За каждое нажатие дают рандомное количество опыта. То есть вы бежите, жмете Е быстро, и вам дают опыт. Если не лень, можете бегать жать. Если лень, то просто стали АФК. Как это делаю я. И ушли заниматься своими делами. И четвертый способ – открыть вот эту комнату. Дверь. Вот это. Ее можно только разбить. Поэтому нужна тарелка. Ни выстрелы, ни взрывы не помогут. Ломаем дверь. И идем к первой монете. Забираем 3 монеты. Получаем 15 тысяч опыта плюс 15 за ежедневку. Вот и все. И дальше стоим АФК. Именно поэтому и режим и должен быть частым, чтобы монеты не забрал кто-то другой. Ну а дальше стоите АФК и лутаете свой опыт. Причем в это время можете уйти заниматься своими делами. Единственное, что раз в 15 минут приходить и вот так вот шевелиться и возвращаться, потому что сам Fortnite отключает вас через 15 минут бездействия. Поэтому нужно раз в 15 минут пошевелиться. И тогда вы снова активным становитесь и получаете опыт. Но если вы неактивны, через 15 минут, если Fortnite вас посчитает неактивным, то, естественно, опыта вы не получите. Вот. Ну и здесь, благодаря усилению, вы опыт получаете быстрее. Я вот таким вот образом и делаю. Просыпаюсь, захожу сюда, ставлю персонажа фармить опыт и пошел заниматься своими делами. Умываюсь, кушаю, сериал смотрю. И только прихожу раз в 15 минут, делаю вот так. И таким образом несколько уровней поднимаю. Вот. Такая вот карта, на которой я фармлю опыт. И легко поднимаю уровни. Благодаря ей можно выфармливать весь опыт из створки. Именно на ней я получаю по 4-5 уровней, а потом просто опыт творки заканчивается, и когда вы уже здесь стоите, вам не приходит ничего. Вы просто стоите, циферки идут, а ничего не дают. Это значит, что опыта нету. Но именно на этой карте, значит, вы его выфармили, а на других вам могут ничего не давать, но опыт еще есть. А именно на этой можно забрать весь опыт из творки. И вот эти желтые циферки говорят о том, что действует усиление. Без усиления они будут фиолетовыми. И благодаря усилению вы быстрее его выфармите. Поэтому с усилением лучше играть в творки. А когда оно закончится, или когда вы выфармите весь опыт, тогда уже идти за ежедневками. Как видите, я уже одну выполнил. Самое интересное, что когда вот эта полоса перезаполнится, и вы выйдете и зайдете снова, возможно, тогда появится у вас вот это задание. Потому что бывает, что такого задания нету, и ты играешь в творки, а потом, когда эта полоса заполнилась, выходишь из творки, а у тебя вдруг это задание появилось. Так что даже порой полезно выходить. И у меня было такое, что благодаря таким перезаходам я 2 раза выполнил вот это задание. У меня его не было, я выходил, и оно появилось. Потом я еще раз вышел, и оно опять появилось. И я 2 ежедневки выполнил благодаря вот этому заданию, которое появлялось. Так что выходить даже полезно. Вы, во-первых, быстрее опыт получите благодаря вот этой полосе, потому что он дает большой кусок опыта. Во-вторых, можете ежедневки повыполнять, стоя в творке, что удобно. Плюс дополнительный опыт, и не нужно играть ежедневки, потому что вы их здесь пройдете. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова!